специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. У жителя Челябинска жена отсудила 430 тысяч рублей, но он так не хотел их отдавать, что когда пришли приставы, он достал нож и набросился на одного из них. Что сделал пристав? Правильный ответ. Пристав выбил нож из рук должника дубинкой. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Туляк Владимир Черкасов целый год стоял на бирже труда и получал пособие по безработице. Засчитают ли этот период его жизни при начислении страховой пенсии? Да, период, в течение которого гражданин получал пособие по безработице, входит в страховой стаж. Нет, при начислении страховой пенсии не засчитывают время, проведенное на бирже труда. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».